Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такую вот модельку следков. Вяжутся они совсем легко, а выглядят очень стильно, красиво и аккуратно. Данная модель подойдет как для мужчин, так и для женщин. Главное определиться с цветами. Следки я вязала из пряжи Alizela на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Данные следки я вязала на размер ножки 38, но так как полотно очень хорошо тянется, они подойдут от 37 до 39 размера. Прежде чем приступить к вязанию, давайте сначала разберемся с принципом вязания данной модельки следков, чтобы вы их смогли связать на любой размер вашей ножки. Следки, как вы поняли, уже вяжутся из такой вот заготовки. Здесь главное разобраться с шириной данного полотна. Именно высота полотна идет стандартная. Высота моего полотна 19 сантиметров, плюс-минус полсантиметра допустимо. Это будет высота вашего следка, то есть вот эта вот часть, вот она. А именно ширина нашего следка будет определять размер вашей ножки. И именно ширину для каждого размера ноги надо будет вязать разную. Получается, я свои следки вяжу на размер ножки 38. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги будет указана длина стопы в сантиметрах. Для 38 размера длина стопы 24,5 сантиметра. На растяжение, так как пряжа у меня очень хорошо тянется, я отниму буквально 1,5 сантиметра. Вы можете отнимать от 1 до 2 сантиметров. Смотрите от вашей пряжи, как она у вас тянется. Получается 24,5 сантиметров минус 1,5 сантиметра на растяжение. Ширина моей заготовки должна будет получиться 23 сантиметра. Вот как я и рассчитала, ширина моей заготовки 23 сантиметра. Но как определиться, сколько нам нужно набрать петель для того, чтобы получить мои 23 сантиметра? У вас это может быть другое число. Мы изначально вяжем образец платочной вязкой и измеряем, сколько в 1 сантиметре у нас получилось петель. Далее вот эти вот 23 сантиметра, в моем случае, умножаем на плотность вязания. И для моей плотности вязания я должна буду набрать 38 петель, чтобы получить мои 23 сантиметра. В данной заготовке вот таким вот образом я распределила цвета. Мне кажется, очень стильно, аккуратно смотрится. Получается, мы вот эту вот верхнюю часть и самую нижнюю часть вяжем одинаково. Сколько рядов связала я, столько и вы будете повторять. А если у вас плотность вязания другая, будем регулировать именно вот в этих частях. Вот эта вот моя часть получилась 9,5 сантиметров. Это как раз половина моей заготовки. Если у вас вдруг плотность вязания не совпадает с моей, тогда именно вот эту вот часть вы вяжете либо больше, либо меньше, чтобы получить 9,5 сантиметров. И после того, когда вы получите именно 9,5 сантиметров, вы вяжете вторую, точно такую же, идентичную часть, только другими цветами. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду сейчас набирать 38 петель. Вы набираете столько петель, сколько вы рассчитали для своего размера ноги и под свою плотность вязания. Кончик от рабочей нити я оставляю немножко побольше, чтобы этим кончиком сшить наш шов. На протяжении всего вязания все наши следки мы будем вязать лицевыми петлями, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. И у нас будут образовываться платочные дорожки. Только будем менять цвета рабочей нити. Получается, первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей.
Вот таким вот образом довязываем полностью ряд до конца. Первый ряд мы провязали, и первый ряд у нас шел по изнаночной стороне. Переворачиваем наше вязание сейчас на лицевую сторону, и сейчас таким же образом мы провяжем еще два ряда. Лицевыми петлями один ряд получается по лицевой стороне, все петли лицевыми, последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Это наш получается второй ряд будет. И далее перевернем вязание на изнаночную сторону и третий ряд по изнаночной стороне провязываем также все петли лицевыми. Встретимся, когда провяжем второй и третий ряд самостоятельно. Мы с вами провязали два ряда самостоятельно. Вот рабочая нить у нас располагается. С лицевой стороны у нас две платочные дорожки образовалось. Одна и вторая. И вот это вот наборный край. Далее присоединяем ниточку белого цвета. Прикладываем кончик. Никаких узелков закрепляющих мы не завязываем. Просто потом этот кончик в самом конце мы спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я на протяжении всего вязания буду снимать, не провязывая, как и снимала. И далее уже ниточка белого цвета. Я провязываю все петли лицевыми. Рабочую нить мятного цвета мы обрезаем, она нам уже не нужна. У нас получается рабочая только белая нить. Довязываем первый ряд ниточкой белого цвета до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля, как мы помним, провязывается всегда изнаночной. Мы с вами провязали один ряд нитью белого цвета. Теперь далее самостоятельно еще три ряда мы провяжем также нитью белого цвета. Получается, второй ряд у нас располагается по изнаночной стороне. Также провязываем все петли лицевые. Третий ряд по лицевой стороне и четвертый ряд по изнаночной стороне. Встретимся, когда вывяжем три ряда самостоятельно нитью белого цвета. Я провязала три ряда, и у нас с вами сейчас должно получиться именно нитью белого цвета также две платочные дорожки. Белую нить мы пока что не обрезаем. Присоединяю ниточку персикового цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Это получается первый ряд нитью персикового цвета. Вот таким вот образом довязываем первый ряд до конца. Далее второй, третий и четвертый ряд вяжем самостоятельно. Всего у нас должно быть провязано именно ниточкой персикового цвета 4 ряда. Я провязала 4 ряда. Сейчас у нас заготовка состоит из двух платочных дорожек мятного цвета, двух белого и двух персикового. Далее берем вот с этого края ниточку белого цвета. И далее только два ряда мы провяжем ниткой белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Таким образом, довязываем первый ряд по лицевой стороне и второй ряд по изнаночной стороне. Также провязываем нитью белого цвета. Два ряда провязали. И это получается, мы с вами провязали вот эту вот часть литка. Далее мы будем провязывать одну часть персиковым цветом, вторую часть ниточкой мятного цвета. И заканчивать лидок мы будем таким же образом, как и начинали, только в обратном направлении. Поэтому вот с этого края я сейчас беру ниточку персикового цвета, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. У нас сейчас остается только рабочая нить персикового цвета. Белую ниточку мы также обрезаем. Провязываем первый ряд до конца самостоятельно. Далее я буду провязывать также ниткой персикового цвета 17 рядов. И это у меня получится вместе с этим рядом, который мы только что провязали, 18 рядов.
Если по платочным дорожкам, это 9 платочных дорожек. После того, когда я провяжу 9 платочных дорожек, это у меня будет составлять половина заготовочки моего следка. То есть примерно 9,5 сантиметров вот эта часть у меня будет. И если вам этих 9 платочных дорожек мало для того, чтобы получить 9,5 сантиметров, либо много, отрегулируйте их так, чтобы деталь получалась 9,5 сантиметров. Встретимся, когда я провяжу 17 рядов ниточкой персикового цвета. Я провязала 17 рядов, один ряд мы с вами вместе провязали, всего получилось 18 рядов. Если померить в сантиметрах, именно персиковая моя часть получилась 5,5 сантиметров. Вся заготовка 9,5 сантиметров. И эти 9,5 сантиметров это половина моей заготовки. Остальные 9,5 сантиметров я буду провязывать таким же образом, только нитками другого цвета. И чтобы вот это вот разделение цветов шло именно посерединке вашей стопы. И после того, когда вы убедились, что вы провязали половину вашей заготовки, я сейчас ниточку персикового цвета обрезаю. И далее буду присоединять ниточку мятного цвета. Мятным цветом я буду провязывать как раз таки эти 9 платочных дорожек. Если у вас получилось больше либо меньше платочных дорожек, именно в этой части, до одиночной вот этой белой полоски. Тогда мятным цветом провязываете такое же количество платочных дорожек. Поэтому я сейчас присоединяю ниточку мятного цвета и провяжу 18 рядов именно мятным цветом. Я провязала ниточкой мятного цвета 18 рядов, и вот эти вот части у меня равны. И далее мне осталось вывязать именно вот эту часть полосатую, только в обратном направлении. А сейчас ниточку мятного цвета мы не обрезаем, мы ей еще свяжем вот эту вот полоску. Сейчас я возьму ниточку белого цвета, кончики никакие не закрепляем. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее белой нитью я буду провязывать все петли лицевыми. Последняя кромочная петля, как мы помним, провязывается постоянно изнаночной петлей. Довязываем этот первый ряд нитью белого цвета, и по изнаночной стороне мы провяжем второй ряд. Два ряда я провязала, у нас получилась одна платочная дорожка. Это вот эта вот платочная дорожка, как со второй стороны. Далее я буду присоединять ниточку персикового цвета и провяжу персиковым цветом 4 ряда. Далее поднимаю ниточку белого цвета и этой белой нитью провяжу также 4 ряда. После того, когда вывяжем вот эту вот белую полосу, мы ниточку белого цвета можем обрезать. Далее обратно вот с этого края поднимаю нить мятного цвета и довязываю 4 ряда нитью мятного цвета. После того, когда мы свяжем вот этот весь участок, получается 4 ряда ниточкой персикового цвета, 4 белым и 4 мятным, мы с вами встретимся и закроем петли. Я самостоятельно провязала 4 ряда ниточкой персикового цвета, далее 4 ряда белым и 4 ряда мятным цветом. Ниточки персикового и белого цвета я обрезала, и у меня сейчас осталась только одна рабочая нить, это мятного цвета. И сейчас именно этой нитью я буду закрывать полностью все петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю я провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас таким образом закрылась одна петля. Следующую петлю провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы сейчас будем закрывать все наши петли. Вот такой вот край ровный и аккуратный у нас с вами получается. Закрывается
аккуратной косичкой. Край данной закрываем свободно, чтобы закрытие петель не стягивало основное наше полотно. Закрываем таким образом далее все оставшиеся петли до того момента, пока у нас не останется на спице одна открытая петля. И после того, когда у нас осталась одна открытая петля, мы кончик обрезаем и притягиваем в данную петельку. Вот такая вот деталь для следка у нас получилась. Теперь давайте померим, сколько она у нас получилась в сантиметрах. Ширина моей детали 23 сантиметра. И эта величина определяет размер нашей ножки. Высота примерно 19 сантиметров. Эта величина у нас идет постоянная. После того, когда я закрыла полностью все петли, кончики мы все прячем, кроме вот этого вот кончика, когда мы закрывали петли, и в самом начале, когда мы набирали петли. Получается, у нас сейчас располагается два кончика. Все остальные кончики прячем, чтобы нам не запутаться. Смотрите, так как у меня слитки с одной стороны мятного цвета, с другой персикового, я именно часть мятного цвета хочу сделать вовнутрь. Поэтому мне по-разному надо именно сшивать вот этих вот два слитка, чтобы мятный цвет был вовнутрь в одном и во втором слитке, а именно персиковый цвет был снаружи. Для этого, смотрите, в одном слитке у нас будет с одной стороны мысочек, с другой стороны пяточка, а во втором слитке у нас будет с этой стороны мысочек, а с этой стороны пяточка. Получается, чтобы мне получить цвет мятный вовнутрь, я смотрю, как мне нужно сшить. Получается, вот таким вот образом. Персиковый цвет получается снаружи, мятный цвет вовнутрь. Поэтому мне вот с этой стороны нужно сшить пяточку, а вот с этой стороны именно сшить мысочек. Я сейчас возьму иголочку с широким ушком и вдену именно вот эту вот нить, и будем сшивать вот этот вот задний шов. Вот получается, две части у нас будут вовнутрь, вот эти вот части у нас будут снаружи. Вот этот вот шов по задней части я буду сшивать одной нитью. Нитью мятного цвета. Данный шов я буду сшивать, получается, не за кромочные петли, а вот эти вот дужки петель, которые располагаются сразу за кромочные, и они у нас относятся к платочным дорожкам, как с одной, так и со второй стороны. Получается, изначально я ввожу иголочку за две дужки кромочных петли. Это для того, чтобы нам соединить данные две стороны слитка. И теперь уже буду сшивать. Ввожу иголочку в первую платочную дорожку мятного цвета за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей и относится к платочной дорожке. Иголочку ввожу снизу вверх с одной стороны и со второй стороны. Во вторую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны. Иголочку не забываем, вводим снизу вверх. В белую платочную дорожку таким же образом ввожу иголочку. И в следующую также белую платочную дорожку. Вот такой вот шов, красивый и аккуратный, у нас с вами получается. Далее таким же образом я буду сшивать, но не до самого конца. Чтобы пяточка у нас была не сильно острая, я буду сшивать, буквально оставляя в общей сложности 8 петель. Я просто потом стяну вместе. Получается, вводим иголочку снизу вверх, с одной и со второй стороны. С одной и со второй стороны. Только смотрите, чтобы полосы у вас совпадали. Белая полоса значит с белой. Персиковая с персиковой. Далее мы шов разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. И в самом конце, когда у меня осталось 8 петель, мы продеваем иголочку по кругу в каждую кромочную петельку.
Далее иголочку вывожу на изнаночную сторону и просто стягиваю. Вот такая вот пяточка у нас с вами получилась. Шов разровняем. Далее вот эту вот рабочую нить закрепим по изнанке и спрячем. После сшития вот таким вот образом выглядит наш задний шов. И далее нам осталось сшить только мысочек. Для этого я сейчас вдену в иглу нить персикового цвета. И этой нитью сейчас мы будем сшивать вот этот вот промежуток. То есть от вот этой белой полоски до следующей белой полоски. Для этого я ввожу мою иголочку за первую мятную кромочную петлю. Кончик оставляем немножко побольше, чтобы он у нас никуда не убежал. И теперь вот таким вот образом я собираю все кромочные петли до следующей белой полосы. Вот таким вот образом мы собрали все петли вот этой части. И теперь между собой их просто стягиваем. Я связала между собой два кончика. Далее с изнаночной стороны я прошью все вот эти вот петли, которые я собрала по кругу. Вот таким вот образом мы собрали вот эти вот петли. Убедитесь, что отверстия здесь никакого нет. И далее этой нитью я сошью до мятного цвета. Сшиваем таким же образом, как мы сшивали первый наш шов. Изначально я введу иголочку снизу вверх задушку, которая располагается сразу за кромочной петлей, в платочную персиковую дорожку с одной стороны. Здесь получается в мятную дорожку со второй стороны. Далее в белую платочную дорожку ввожу иголочку снизу вверх с одной стороны и со второй стороны. Сшиваем до мятного цвета вот таким вот образом. До мятного цвета я сшила, шов мы разровняем. Смотрите обязательно, чтобы полосы совпадали друг с другом. Далее вот эту вот нить персикового цвета выводим на изнанку и закрепим по изнаночной стороне. Я ввела иголочку в кончик с мятным цветом и этим кончиком сейчас будем сшивать далее весь шов. Изначально я сошью последние две платочные дорожки этой нитью, таким же образом, как мы сшивали основной наш шов. И далее будем сшивать вот это вот расстояние. Смотрите, отверстие, куда должна входить ваша ножка, должна составлять примерно 11 сантиметров. Но если у вас есть возможность померить на вашу ножку и отрегулировать вот этот вот шов по вашей ножке, тогда обязательно примеряйте следок и делайте шов, чтобы у вас следок хорошо сидел на вашей ножке. Далее я буду вводить иголочку за внутренние вот эти вот дужки, которые располагаются между кромочной дорожкой и следующей платочной дорожкой. С одной стороны иголочку также вводим снизу вверх и со второй стороны. С одной стороны за внутренние вот эти вот петли, которые располагаются между кромочной дорожкой и следующей платочной дорожкой. И со второй стороны, с одной стороны, и со второй стороны. И таким образом я буду далее сшивать весь мой шов. И после того, когда мы сшили полностью весь шов, мы край обязательно разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. Рабочую нить выводим на изнаночную сторону и обрезаем. Вот такие вот два красивые следка у нас с вами получились. Мятный цвет вовнутрь у меня идет. Именно персиковый цвет у меня идет снаружи. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.